Единственное полотнище, которое наградили орденом за храбрость Республики Болгария, это Самарское знамя. В музее Приво хранится его копия, оригинал в Софии. Самарское знамя было вышито монахинями Иверского монастыря для поддержки болгарского народа и побывало во многих боях, вдохновляя солдат в борьбе за свободу болгар от турецкого ига. Это та копия знамени, которая изготовлена болгарами в 1980-х годах. Волонтеры, проходящие обучение для участия в мероприятиях, приуроченных полувековому юбилею улицы Старозагоры и 140-летию русско-болгарской дружбы, уже много слышали о знаменитом знамени на лекциях, но видят его впервые. Это одна из основных завершающих, можно сказать, частей этого обучения, чтобы ребята увидели копию самарского знамени. Это очень важно, чтобы со знанием дела волонтер с полной осознанностью подходил к тому, для чего, собственно, мы обучаем его этим компетенциям, чтобы знал глубину. Волонтеров готовят к торжествам по программе «Максимум», чтобы те могли владеть информацией в полном объеме и ответить на любой вопрос самарцев и гостей города о русско-болгарской дружбе. А потому, кроме лекций и похода в музей, ребята пообщались с заслуженным строителем России Виталием Симоновым, который участвовал в создании улицы. Живу рядом, моя школа находится на этой улице, и там всегда гуляла, но некоторые подробности, которые я узнавала на лекциях, это было для меня потрясением. Я не знала, как она называлась ранее, например. Я не знала, что, например, тот сквер, в котором мы всегда гуляем, оказывается, он болгарский. Ребятам так не терпится поделиться своими знаниями, что, не дожидаясь приезда гостей из Болгарии, они самостоятельно проводят экскурсии для своих друзей и знакомых. Валерия Макарова, Марина Матвеишина, Станислав Левин. События.